Это видео об амурском винограде, прекрасном растении, которое можно использовать для украшения своего сада, создания вертикальных таких стен и получения винограда для компотов, для вина. Очень вкусный виноград, но он дикий, но его очень много. Его можно собирать с этого растения, ну, килограммов 20-30, а может и 50. Я Сулейманов Наиль, подписывайтесь на мой канал, биолог, Ленинградский университет. Этот виноград Самура, он дикий, очень устойчивый, 18 лет, растет у меня на участке и освоил вот эту вот сосну снизу доверху. Наверное, высотой где-то сосна где-то метров 12-13 или даже 15. А сам виноград сидит на нем где-то до высоты 12-13 метров. Этот виноград практически не болеет. Я его во всяком случае не обрабатываю. В самый плохой год немножечко грибы как бы на нее немножечко наехали. Но он живет и не сильно его это трогает, не сильно беспокоит. Только вот в такие мокрые лето было немножечко такое. Сначала июнь жаркий, а потом... Много было дождей в июле и был холодный. Ну вот, он у меня снизу вот отсюда растет во все стороны. Наверное, деревьев 10 она охватила, но я ей не даю забираться на все сосны. Но одну сосну я ей оставил для того, чтобы сосна была вся в винограде в Новый год, как новогодняя игрушка. Тут, я не знаю, но, возможно, килограммов, но 50 винограда можно собрать с одного растения. Вот, до макушки сосны осталось там, ну, метров 2, наверное. Все в винограде. Вот, виноград очень вкусный. Сейчас он зеленый, но к осени он станет таким темным, почти черным. В нем в 10 раз больше антоциана, чем в смородине. И главное, не надо за ним никак ухаживать. Не нужно, только отрезаешь. Ну и чтобы вот на провода не забирался, может быть, я отрежу. Это бытовка. Вагончик весь покрытый этим красивым растением со стороны. Бытовку почти не видно. Винограда просто тут уйма. Его просто невероятное количество. Вся крыша в винограде. Там и вниз, и в бок, и справа, и слева. Все это виноград. Вы не представляете, чтобы культурный виноград такое количество давал винограда. Тут просто невероятное количество винограда. Так. Ой. Это амурский виноград, культурный виноград, его двоюродный брат. Он болеет, культурный виноград, его надо обрабатывать, а этот, даже если болеет, забыли о нем, он вылечивается на следующий год, если год очень был. Вот, например, позапрошлый год был очень такой мокрый, и на него грибы напали. Уже в этом году практически нет, все, вылечился сам. Не надо ничего делать. Он просто огромный. Но его можно регулировать. Не пускать на те растения, которые вы хотите. Вот. Огромный просто. Я не знаю, сколько он сам килограммов весит. Я Сулейманов Наиль. Подписывайтесь на мой канал. И вы будете узнавать об этом растении.
Он уже 18 лет у меня в саду. Наверное, еще меня переживет много-много-много-много десятков лет. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Я Сулейманов Наиль, биолог. Спасибо. Это прекрасное растение в саду.